Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. И я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про слесарное дело. Сегодняшняя тема — распиливание и припасовка. Но прежде чем начать основную часть своего видео, хотелось бы сказать пару слов о данном видео в целом. А распиливание — это, скажем так, одно из разновидностей опиливания. Ну а что такое опиливание, я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео. Ссылки, соответственно, будут в описании под видео и в описании к видео. Вот, что еще? Ну да, по сути, это такая дополнительная тема к основной теме опиливания. Ну так, теперь поподробнее. Что же такое распиливание? Распиливание является разновидностью опиливания. При распиливании выполняется обработка для проема, обеспечивающая заданных форм и размер. После отверстий или приема предварительного получения сверления контура с последующим вырубанием перемычек, выпиливание ручным наждаком. Особенностью операции распиливания по сравнению с опиливанием, что контроль качества обработки производится специальным проверочным инструментом, шаблонами, выработками вместе с приемом универсальных инструментов приборов. И вот, собственно, основная тема данного видео — это припасовка. Что такое припасовка? Припасовка — это слесарная операция по взаимной перегонке. Способ опиливания двух сближенных деталей. Одна из припасованных деталей называют проймой, а деталь, входящая в пройму, называют вкладышем. И вот, собственно, как они выглядят на данной изображении. Под буквой А и Б показывают, как их делают. Самые такие простейшие разновидности припасовки. Под буквой В показывают, как ее делают на практике. И под буквой Г, как, собственно, она выглядит в конечном счете. Что такое припасовка в целом? То есть это как одна деталь входит в другую деталь, как они между собой взаимодействуют. И вот вы видите, каждый из этих деталей подписан. Это вкладыш и пройма. Сегодняшняя тема была очень короткая, и поэтому тут даже не нужно лишних объяснений. Это короткая и простая тема. Мне лично нечего сказать из дополнения. Поэтому на этом все. Всем спасибо. Не забывайте писать комментарии, если есть у кого-то какие-то вопросы. Также подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх и, пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А также добавляйтесь ко мне в различные соцсети, я этому буду очень рад. Ну а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.